На. Вот, хорошо. На. Хорош. Все, отлично. Мы выиграли. Офигеть. Я же тебе говорил, мы зарешаем эту битву. Здорово, Квириты. Что, тебе страшно, да, когда такая армия подходит к тебе? 650? Ладно, не так много. Это Батя, это Кальради, это Батислав из клана Онтосов, который стал Архонтом только что, который был недавно королем Вландии. Вот такой вот дурак, который то туда, то сюда. Но у него высокие цели. Никто его не понимал, никто его не признавал, никто не думал, что он такой умный на самом деле, потому что он сейчас станет императором всей Кальрадии. Ну, по крайней мере, ядра и этой империи, вот этого всего. А дальше уже нас не остановить будет. Дальше все нормально. Я загрузился ровно с того момента, чтобы не отдать знамя дракона, потому что оно у меня. Знамя дракона у меня. А тут дурак, которого мы зовем императором Гарием. Он даже слухи эти не удосуживается проверить, чтобы понять, у меня или не у меня. А мы сейчас вступим в армию. В армию вот этого как раз таки Аписа. Он едет в Амитатис в этот, да? Зачем он едет? Непонятно. О, Вульдреда Углежуя взяли в плен. Ну ты твою налево. Сейчас будет меньше денег у нас. Соответственно, он хочет взять замок Систадаим. Он отбил замок Ториус, и он Варагас еще забрал. Ну, это очень умный военачальник, я так понимаю. Сейчас мы будем забирать замок. Есть определенный момент, когда тебе уже становится неинтересно играть, когда ты один город за другим берешь. Тем более, что имперская военная машина, кальрадийская, она вот со всякими вот такими вот башнями, требюшетами, они прекрасно строят их. И у них хорошая пехота, а у Вландии у них хорошая конница. То есть Вландия тебя в поле-то разобьет, но грамотная фортификация... О, Вульдреда этот! Его освободили. Вот сейчас мы за Вульдреда отомстим. Так, опа, я могу, что ли, в атаку командовать? Я армией не командую, но... Будем брать замок. Зачем? Чтоб нам четвертый класс клана был. И потом этот Систадаим, вероятность высокая, что отдадут нам, потому что мы только что Гарию присягнули. Несмотря на то, что минус 10 было... На самом деле, минус 10 отношения. И я не знаю, как такому человеку, который то одну фракцию, то другую, оно плохо на репутации сказывается. Но, знаете что, я еще хуже поступал вот в песочнице, я играл, когда не на запись. Там вообще было такое, что я, короче, казнил всех. Вот это жопа. Я казнил, короче, одного, второго, третьего. Они у меня замок забрали этот, ну, в честном бою, но я был далеко. Я психанул, разбил их. Это были вландийцы. Я был за Западную империю и казнил их всех, также будучи архонтом. Отношения испортились вообще со всеми. Это долго выправлялось, но потом, когда стал императором, оно все Запада именно, Западной империи. Оно, вот как сказать-то? Сейчас я хочу посмотреть на механики. Многие говорят, зачем тебе это... Типа, вот это же тупая херня, там... Я не буду, командир Седле, сами определяйтесь. Мы должны пробить стены. Пробивайте, я здесь при чем. То есть, оно... Блин, он вообще на имперца настолько не похож. Максимально не похож. Надо еще в турнирах, кстати, участвовать. Тихо. Тихо. Да, без записи оно лучше идет, конечно. Это вам честно скажу. Не вытягивает этот именно, кто она, жесткий диск. Сорвали замок. А мост вы нихера не сломать, не додумались, да? Лесенки пошли. Там низкого это уровня, кстати, оборона-то. Сами стены низкие. Война зимой, как прекрасно. Так, полезли. А, да это не ров, это какая-то вообще херня. Давай посмотрим, что. Подъезжаем. Так. Подожди, чтоб коняшку не взяли, не забрали, вот так сделаем. Сейчас покажем чудеса героики. Во. Тихо. Тихо. В бойнице стараются попасть. Видишь, как бойницы узкие такие? Это хорошо сделано. Так, давай еще подождем. Вот прорвались уже чуть-чуть. Отойди, смерды. Архонт, блядь. Ну, пока там несущественный прорыв. Ой-ой-ой.
Ой-ой-ой. Ой, куда это я? Не, я назад. Пацаны, я назад. Ой, мне назад уже не получится. Назад уже не выйдет. Ой! Тихо. Вот он я. Ворота сейчас открою. Открывай ворота быстрее. Ой, ворота уже открыл кто-то. Я не успел стать героем. Опа, ворота-то открыты уже. Камни не бросайте, главное. Паразиты, блин. Кстати, заметили, как классно играть, когда... Опа. Когда нету кружков, оно как бы реалистичней. Вообще очень, да. Они хотят ворота закрыть, да, внешние? Ребята, не лезьте по лестницам. Мы открыли для вас ворота. Опа. Открой, открой! Вот это вообще, короче, тупо было. Они с обеих сторон закрыли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тихо. Да ты куда ты? По гербам определяйте. Куда ты? Закрыть. Я сказал открыть. Ломайте ворота, пока камни не полетели сверху. У меня тут типа топора-то есть вообще, нет? Оба. Надо двуручный топор. Во, прорвали. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну нахер. О, это мои все. Хорошо, отлично. С варварами мы вместе, да? Глушим. На, по горбу тебе. Ну все, замок взят. Замок не рушьте сильно, только ради бога. А, это наша фракция рушить не станет. Поэтому сейчас будем это. Оно тут очень много полезностей для имперской фракции сделано. Просто неимоверное, вы не поверите, количество. То есть даже то, что ты не можешь рушить. Ава, блин, не успел. За свою фракцию он весь в стрелах. Какой кошмар. Жбарамир, блин, натуральный. Ты не можешь даже за свою фракцию рушить свои эти. Так, очень мало известности дали. Потому что перевес такой это. Так, забирай. Перевес слишком из-за этого. Замок взят со стадаем, да? Начались выборы. Выборы. Взяли чуть влияние. Буст влияния, видать, за то, что я в армии этого человека, этого Аписа Архонта. Так, проголосуйте. Давай попробуем проголосовать. И у меня даже влияния тут не хватает проголосовать. Но мне отдадут. Это как пить дать, все. Мне отдали. Мне отдали, и что дальше? Покинуть армию, управление замком. Можем. Так, во-первых, надо нам построить. Угляжу я сюда поставьте. Вот. Тык. Это все уберите. Какие налоговые дома? Вы о чем? Что это? Налоговый дом. Да убери ты его. Надо построить в первую очередь ярмарку. Потому что оно к верности поселения добавляет. Направляется к поселению. Он долго будет направляться, интересно. Так. Все, 30 тысяч резервов дали. Все, теперь сидим в этом замке. Чтобы потерять его неохота. За смысл какой феоде, который вот сразу же просрешь. Тем более, что этот замок в таком жопном месте находится, что сейчас вся эта вот империя, которая восточная, она будет сейчас вся сюда. И вот она, Варагас уже забирает. Значит, как пить дать, скоро будет здесь. Так, Вульдрат, угляжуй, уже здесь. Вульдрат забираем в отряд. Управляем снова замком. Это была такая хитрость, чтобы за этим псом не переться. Такаси бык, без эффекта. Та-та-та, Анструнда. Скорость строительства, Вафнундир. Давай его поставим. Ждем. 20 дней построю там бар какой-то или что-то там для верности, а потом будем стены повышать, потому что стены маленькие. Или сначала стены. Стены. Стены с какого уровня? Нет, стены потом.
без верности оно далеко не уедет тут. Не только замок, это фьорд, а значит, что вот эти две деревни, это тоже мои. И все крестьяне, живущие в этих деревнях, что есть хорошо. У меня до сих пор минус, и фьорд не, нифига не это, не спасает. Ждем. Кстати, можно прокачать кого-то. Копейщик. Отлично. Опа! Какой-то караван едет. Сейчас мы его грабанем. Вот она жизнь средневекового феодала. Увидел с замка же какой-то караван. И вот влияние, вот это, вот то, все. Так, еще и этому помог. Наемник еще и пленника взял. Так. Фиркидит какой-то. Вот ему надо отдать вот эту кольчужную рубаху. Где он там? Воу. Прекрасно. Теперь в Эмиатис срочно. Поторговаться и снова в замок. С этого направления нам ничего уже не угрожает, но есть вот это направление. Юг. Поэтому замок лучше надолго не покидать. Так. Это-то можно снять, тоже продать. Ага. Спата. Широкий рыцарский. Ребристый рыцарский. Колющий, режущий. Спата из качественной стали. Ну, давай тогда. Ай. Вот эту спату, может быть, купить. Хотя нам, знаешь, что надо? Боевой топор. Двуручного топора нету, значит, да? Тогда нам нужно копье. Вот это нам надо. Так. Копье. Ладно. Так, ланец катафрактария. Двуручная. Пика двуручная. Давай еще пику и ланец возьмем, посмотрим. Ланец налетчик. Пика боевая, рогатина простая. Пика. Хочу посмотреть, как они там в бою. Ну, там какая-то огромная фигня вообще. Непомерная просто. Квартальный тавер. Ой, таверный. Тавернский квартал. Так, кто-то разорил мою деревню уже. Да как так-то? Уже дымится все. Ахи создают армию. Здорово. Так. Тихо, тихо, тихо. Успели. Ну, твою налево. Так, давайте сохранимся. Архонт. А. Архонт. Батислав. Один плот. Два. Сюжет. Плот это сюжет. Он же заговор, он же интрига. Семантика понятна. Жопа наступила. Что тут сказать? Ярмарки. 20 дней было, сейчас 24 уже дня. Оно как на повышение-то идет? Никак непонятно, решительно. Гарнизон сколько у нас? И 73 гарнизона. Ну жопа, что сказать тут? Просто жопа полная называется. От слова совсем окончательная. Осадных у нас машин нету, потому что у нас нет мастерской. И какой-то хер этот Итарий из империи присоединится. Что тут еще делать? Их 600 уже. Авак. Авак мне не поможет. И мне уже никто не поможет здесь. Ополчение 16 человек. Очень интересно. Давай поговорим с ней. Это даже она, походу, Итария. Что скажет нам? Сейчас посмотрим. Вот, да, это она, вот она. Вы просили о переговорах. Надеюсь, вы будете чтить обычаи войны и не станете прибегать к уловкам. Ваш господин Реджи, госпожа точнее, да, она недостойна вашей преданности. Не хочу ничего слышать об этом.
Так, мы должны прийти к миру. Реджи пусть решает. Ну все. Ну что ж, лучше смерть, чем бесчестие. Будем ждать подкрепления. Вылазку совершать, наверное, нет смысла никакого. Бенизеляль. Подъехал. Давай, кто-нибудь подкати. Ну вы втроем объединитесь, вы что твари-то там такие? Вот 4 уже отряда, ну вы давайте помогайте, у кого вы там? И что они стоят-то? Апис, быстрее, блин! Быстрее, тварь! Быстрее к одним! 700 человек, сейчас вам жопа придет. Не придет, смотри, они поняли, что у них-то тоже разведка, разъезда есть, наверное. Не знаю, что из-за леса, из-за гор уже этот хер идет. Будем обороняться. Вот это жесть. Империя против империи. 200, там это шансов очень мало, но, по крайней мере, это хоть... Что еще делать? А, с другой стороны, что делать? Мы нахер на этот замок? Апис снова завоюет его и снова отдадут его нам. Это все стены. Но мы бы не успели построить большие стены физически за это время. Так что тут о чем говорить-то вообще? Пробуем. Просто пробуем. Других вариантов нет. У нас... О, у нас есть катапульты, между прочим. У нас есть катапульты. Так, соответственно, лучников. 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 12. Не видно. 9. 12. По дюжине, да, допустим. 12, 12. 12. 12. Итак, у нас везде по 12 примерно. Ты давай это самое. Ты как ты приставка-то к ним? Он сам-то что на коне тут делает? Блин, что за бред? Так. О чем вы? Какой покидает местность? Вы о чем? Так. Тут даже 13 оказалось. Это сюда. Это вот сюда обязательно. Так. Ну все прекрасно складывается. Так. Все, отлично. И вот вы остались. Да это же вообще великолепно, блин. Так. На F8. Вы тоже, да? Fuck you. Так. Этим скотокрада назначим командором. Ну и все. Да как ты, блин? Ну что это за херня? Ну что ты здесь на лошади-то забыл? Так, тихо. Тихо. Ёперный театр. Ну что ты делаешь? Давай эти ворота открой. А как-то изнутри-то не откроешь, похоже, да? Откройте мне ворота! Твою налево. Ну что это за херня, блин? Я только отсюда могу, что ли? Да, давайте, заходите. Давайте, я смелый. Сейчас я вам покажу, что такое имперский офицер. Тупорылая херня, блин. Какое тупое решение. Ох, как их камнями-то обрабатывает, блин. Тихо. Тихо. Еще есть все шансы эту... Там какая-то кровь сверху летит.
Да этот мост, блин, уберите его, катапультами стреляйте по этому мосту. Давай, давай, нормально сейчас все. Сейчас я вам сломаю эту херню, блин, со своим тараном. Не подъезжайте к нему, ко мне с ним не подъезжайте, со своим говнотараном, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай. Пошли, пошли от меня нахер. Отойдите, отойдите от меня, отойдите от меня. Отойдите от меня, отойдите от меня. Все, шел нахер отсюда. Ай-яй-яй. Ай! На! Тихо. Здорово. А, закрой, закрой! Я буду им мозги вот так делать. Смотри, что творится. Да, а вы там стреляете пока по ним, да? А я вам не дам нахрен. Со своим говнотараном, блин, шел нахер отсюда. Вы не ломайте инфраструктуру, ёперный театр. Вы что, на ваши налоги оно строилось или что? Инфраструктуру не ломай мне. Ай-яй-яй-яй-яй! Ай! Шел нафиг. На, 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 на. Конечно, это со стороны реализма, это бред полный, то, что сейчас происходит. Вы даже вот к бабке не ходи, это полный бред. Они уже забили, я тебе обращу внимание. На. А-а-а! Закрой, закрой нахрен эти ворота, и наконец мне открыли те ворота. Все. Я спасен, ребята, я спасен. Закрой, пожалуйста, эти ворота. Офигеть, там на стенах уже вещи происходят, между прочим. Закрой, наконец-то я спасен. Почему вы мне так долго не открывали? Я всех разжалую нахер. Вон там что происходит, ты посмотри, а? Там кошмарные вещи происходят, вот с той стороны. А бьют по воротам-то, бьют, я тебе обращу внимание, все равно бьют. Это кто такой? Он очень элитно выглядит. Ай! А, они еще и со стеной это осадной подъехали. Ой! Он тут даже урона не дается, поэтому. Он настолько низко. Все, 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 ребята, ребята, гасите, гасите. Гасите, гасите, не давайте им спуску. Не давайте, пожалуйста, не давайте. Команду сюда, команду. Давайте, опа. Горшочек. Вот, 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 вот. Сейчас будет хорошо, нормально все будет. Вы не переживайте, все будет четко. Все четко. Ой, это враг. Ай-яй-яй-яй-яй. Спасайте командора моего. Ну, вернее, меня самого. Тоже враг. Ха-ха. Так, горшочек. На! Четко. Говняшечку. Вам тоже. Нате. Господа, блин. Так, 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 так. Твою мать, кто меня убил? Как меня убили? Ну, тут, походу, жопа. Но эту зарешать можно еще. Тут зарешать можно. Тут можно зарешать. Я сейчас переделаю, мы зарешаем эту битву. Все, я тебе говорю, сейчас мы еще одну попытку, дай мне еще одну попытку обороны. Я сейчас зарешаю эту битву, я понял как. Я понял ошибку, я понял как. Сейчас. Архон Батислав там, туда-сюда. Сейчас мы это все переделаем. Надо было набирать людей более лучше, чем то, что я там просто прокопошился. Да, это было не то. Но мы сейчас все сделаем. Сейчас это все образуется. Сейчас мы это переделаем все. Так. О, хорошо. Тайник. Ну, в тайнике у меня ничего. Ха-ха-ха.
Возможно, даже как-то так. Почему бы нет? Попробовать. Ага. Ну и ждем. Ша присоединится к обороне. Ну, у нас есть выбор, знаете ли, господа. У нас есть выбор, то есть это все... Тут ушло, там пришло. Мы, если это нереально, если это прям вот никак, то мы, по крайней мере, можем дождаться этого Аписа, и все нормально будет. С переговоры здесь вообще бессмысленная вещь. Я не знаю, это чисто функция для отвода глаз, что будто они есть. Ну тут, между прочим, все-таки есть осадная мастерская, так как это имперская крепость, имперский замок, то она есть здесь. Так что все нормально. Все прекрасно. Камнемет. Сейчас будет второй камнемет. Этот черт, он очень долгий. То есть вот ахи и прочее. Сейчас мы все сами сделаем. Нам никто из этих не нужен. Оно все не просто так. Оно все со смыслом. Сейчас надо просто два отряда сделать. Там побольше этих. И тогда все четко будет. На обе стены. На обе стены. Они с осадными башнями. Так как это уровень стен первый, то там осадные башни, они очень невысокие. И там, ты видел, как настил такой деревянный. А по нему очень удобно забираться. Это очень-очень скверная штука. Ладно, тогда мы сделаем таким образом. Что у нас здесь 22, у нас здесь 30, 29 здесь тогда. Да как покидаете местечко? Кто это придумал эту херню? Вот кто это придумал? Какая дебильная система, ну вы о чем? 27, 28, 20. Итак. Shield up. Так. Это... Она будет... Ага, лесенки вот в этот раз. А здесь... Тоже лесенки. И. Eins. Zwei. Drei. Vier. Учись тактике. Потому что сейчас мы будем делать вещи. 12. Двенадцать. Двенадцать. И снова 12. И здесь 23. Сюда с катакрада, потому что у него уровень говнометания хороший. Его тогда вот на эту. Так. Эти. Сюда. Эти сюда. Эти сюда. Эти. Так. Сюда. Эти. Сюда. Башни здесь, конечно, великолепные, блин, в кавычках. Просто отврат. Ну ладно. Все. Все пределы, все на позициях, боевое расписание готово. Будем считать, что так. Пробуем еще. Как ты здесь оказался? Ну я же на низ тебя ставил. Ну что такое? Так, надо помогать тогда. И кидаться бочками со всяким говном. Вот, вот. Вот такие эффективности мне нужны. Я сам не такой стрелок, конечно. Но на авось в кого-то попасть. Ну, да, великолепно. Ладно. У нас есть говнометательные технологии. Очень хорошо. Это вот этот шмаляет, я тебе говорю, где командир. Вот этот. Зарешаемся. Зарешаем. Кто-то великолепно стреляет, даже лучше меня. Вот так вот. Так. Ой-ой-ой. И горшок у меня уронил. Ну что такое? Так. Так, опа, хорошо.
На, тварь. Будем делать полезность максимальную. Будем обстреливать. Ова, на! Вот, убили одного с арбалета. Нормально. Так и должно быть. Так. Нет, не получилось. Натягиваем снова. Да твою мать, ну что такое? А, не надо его зажимать-то. Кажется, не надо. Ладно. Ой, хорошо, хорошо. Так, готовимся кидаться говном. Готовимся. 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 Рано вышел, конечно. Опа. Хорошо метнули. Говном. На. Тарану не дадим доделать свое говняное дело. Опа. Оп. Успевай. 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 Да как он не сгорит-то, а? Ты падла ты, а? Не давай им, не давай. Батька. Но, походу, успеет. Нормально. Нет, успел, сука, успел. На. Так, успевайте. Тогда мочим отсюда их. Кидаемся камнями. Давай, ну возьми камень. Алло. Алло, камень возьми. Хрен попадешь еще по нему. Че, тварь? Хорошо. Так, от первого лица тут лучше, я помню. Бешеный, блин, какой, а. Возьми, возьми. Они на стены все-таки полезли. Так. Хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй. Вы потратили его? Нет, не потратили. А что вы тогда? Не дадим, не дадим им. Так. Хорошо. На. На. А! Как так-то? На! Все, первую эту отбили. Пока вроде зачетный идет. Так, дайте. Так, это мой. Хорошо. 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 Так. Нормально. Все идет знатно. Сюда, на этот фланг. На это крыло. Так. Ава, на, козел, сука. Так, у нас один горшочек. А, нет, вот тут горшочков вообще нет. Готовься. Бежит большая орда. Кто там? Это уже враги лезут. Конкретно. Хорошо. Там крупная, крупная идет эта партия. -то. Хорошо. Но надо по большей площади, честно сказать. Опа, пролез как-то. Опа. Вот они. Уже там какие-то крестьяне, хер пойми кто. Вы чё тут на моей стене-то? Это крепостные уже лезут, блин. В перемешку с ополченцами, новобранцами. Рубилово знатное, блин. Рубилово знатное. Ай-яй-яй-яй-яй. На, козел, ты какого хрена-то вы тут забыли? Это моя, это уже замок-то. Вы чё? Уже все бумаги подписаны. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ладно, дай. Ай! Ой, яростная битва. Блин, кого тут творится-то? Что здесь происходит-то?
А уже какие-то войны кланов, вот что происходит? Победим, победим сейчас. Ай! Обратили в бегство вот эту. Вот этого. И со знаменем, который... Ну, а со своим знаменем поганым. Ну-ка. Пшел, пшел, пшел. Как ее скидывать-то? Ее ж как-то скидывать можно. Как-то ее можно скидывать, я точно знаю. Во! Вот. Вот, убирай. Мне это говно ваше не надо здесь. Э! А, это сама эта дура! На, Итарию саму эту. Вот сволочь, блин. Это она сама. Наконец-то я научился скидывать осадные лестницы. Все, здесь, отсюда, нафиг их. Все, отлично. Мы выиграли. Офигеть. Я же тебе говорил, мы зарешаем эту битву. Посмотрел на время. Да-да-да, бастардс. Ублюдки. Мы были блестящие. Или мы благословенные. Да, вернее, мы благословенные. О, да-да-да, вдогонку им, вдогонку. Ну ладно, пусть ссутся, срутся. Это моя земля, мой замок. Да-да-да-да-да-да-да. Все четко. Отлично. Так. Было великолепно. Это было прекрасно, батька. Это было просто чудо. Я ж знал, но что грамотные просто этот... Главное, сектора обстрела определить со всех. И с осадных орудий, и с арбалетов с этими. Вот. Так, сейчас мы сохранимся. Так. Ну, их уже меньше, кстати. Но мы все равно через атаку, не через пошлите воинов это будем делать, потому что... Ну, а какой смысл вот сейчас просирать преимущество? Это будет крайне глупо, это... Микрофон подвинул. Сейчас посмотрим тогда, что там, что они нам представят. Они побежали первый раз, мы стреляли по ним из катапульт, поэтому сейчас посмотрим, что они представят во второй свой этот... Второй и последний шанс. Там Апис подъезжает уже, то есть я не знаю, надо расширять слой срочно. Клан. Ага. Ага. Так. Ты за эту? Так, где больше всего лучников? Лучников больше всего, вот это 16, да? Так, ты сюда. Ты сюда. Так. Ты сюда. Так. Так. 19. Ой, какой кошмар-то, как мало. Так, вы сюда. Вы сюда. Вы сюда. F8. Это кто такие? Вы кто такие? Это раз, это два, это три. Где они? А! Вот потерялись. Я же говорю, где-то еще не этот, не по боевому расписанию еще стоят в какой-то месте, в каком-то. Ага, да, знамя мое. На, сволочи! Да, очень плохо ты выстрелил, чувак, очень плохо выстрелил. Так, подожди. Подожди. Вот так. Сейчас, сейчас я вам покажу. У них тарана нету. Соответственно, надо было кого-то на стены брать лучше, чем этот. Давай, давай. Да! А почему один-то? Блин, там вообще должно было их всех, вы чё? Их вообще там всех должно было, раз этот. Давай, давай, давай. На! Вот, хорошо, вот сейчас по области прошло нормально. И еще. Вы стреляете там хоть нет? Давай. Давай, оп. Так, тихо, тихо, меня чуть не попали. На! Хорош.
Вон, слышно обрабатывают. Но тут уже волноваться, переживать не за что. Тут все четко. В этот раз все это... Как бы какой смысл? Вот им какой смысл сейчас? Вон там три профессионала, блин, наемника подошли. На, все, и нет у вас. Мамилюки, блин. А мамилюки, они наемные только могут быть. У них откуда свои тайны. Так, с этой стороны все там, фактически все нормально. Тут тоже все нормально. Ворота уже успели починить. Прекрасно работают местные мастера. Так, вы там что лезете-то? Я чуть сам не упал, блин. Хорош. Тут кто-то уже даже не пытается никто подходить. Ну все, мы обратили их в бегство снова. Дай постреляем тогда, что ли. Вон собаки какие-то бегут. Вот с вилами. Зачем тебе это, чувак? Зачем тебе было воевать против нас? Ну второй раз отбили уже. Давай. В спину ему. Ну, ай, все равно не долетит. Ну четко, чё? Четко. Look at them. То есть посмотрите на них, говорит чувак. Давай посмотрим на них. Мы отбили замок, все прекрасно, я считаю. Соответственно, сейчас уже бояться особо нечего. Да ё-моё, ну тут уже пошли эти войны. Ну тут уже смешно просто. Так, все, мы потеряли одного, ранили у нас одного. Но мы их разделали. Теперь ты у меня в плену, а как ты хотел? И ты, Архонт Орос, ты тоже у меня в плену. И ты, Архонт Фарон, да это вообще офигительно. Ты посмотри, какие тут мастистые эти. Итария, да, теперь и ты у меня в плену. Воинов сюда, этих сюда. Ой. Вот этих забираем. И тогда самых знатных забираем. Вот катафрактариев. Дворцовых стражев. Букелариев. Тяжелых наездников. Легионеров, сестер меча. Опытных лучников. Арбалетчиков. Элитных кабанов. Так, еще кого здесь можно... Имперский обученный, ну нет. Имперский. Вот так вот. И вот так вот. Все. Тютелька в тютельку. Штандарт долго. Это скотокрада. У него есть штандарт, смотри, сильных щитов. Вот, этих делай. Все, отлично. Сейчас надо сохраниться. Это было эпично. Это было великолепно. Это было что-то прямо такое. Много потеряли народу, но разбили хорошую армию. Стратегически все прекрасно вышло. Замок быстро взяли, пока там один гарнизон, а сейчас я его отбил. У нас тут за горами их столица получается. Совсем близко. Так, тогда как мы сделаем? Мы тогда смотри, как можем сделать. Мы можем передать этих пленных сейчас для общего блага, так сказать, вами Татис вот в этот, и нам дадут тогда влияние. Нет, не в гарнизон. Подземелье передать. Превышено, да что ты такое-то, а? А денег сколько дадут за них? 19 тысяч. Так. Этих всех наймем. Торговля. Ланец. Пика оставить. Ланец оставить. Копье из качественной стали оставить. Булава оставить. Лошади оставить. 9 тысяч. Ну тогда у меня в замке пусть сидят. Ничего не знаю. Раз вы не хотите так. Я не знаю, Джалмарис бы передать их. Давай попробуем передать Джалмарис. Ну, оставить замок придется тогда. Ну, у нас сохранено, так что. Систадайм. В Зионику быстрее, да? Нет, в Джалмарис уже быстрее. Армия Тимион, это... Джалмарис не его, что ли? Вы чё, а кому он его отдал-то, зачем? У него чё, Зионика одна, что ли? Всегда Джалмарис же, его территория была этого. Значит, Зионика столица империи, получается, да.
А он-то все в Зионике. И Тария была в плену и сбежала у вас. Да что ты говоришь? Ну что за херня? Как это возможно? Передать пленник. Сейчас посмотрим, дадут нам что-то за это. 4 влияния. 20 влияния. Фарон, 20 влияния. Вот учитесь, как фармить влияние, кстати. Вот. А если вот так сделать? 38 влияния. Давайте передадим. И с коминами отношения улучшили. И влияние получили. А деньги, деньги тут легче заработать, чем этот. Что 300 тысяч. Нормально оно все. Вообще отлично сложилось. Сейчас единственное, что вот оно не должно. О, наем мечников. Вот это можно. Оно не должно, единственное, что становиться этим, как он, в осаду нас не должны брать они, вот что. С патионы с Дамаской, вот что я хотел. Тык. И, может, двуручные топоры нету. Цикурион, булава, полокс, бритва. Ну нет, другого ничего нету. Так, вот этот меч тоже того стоил. Так, ну все, срочно в замок. Все четко. Потихоньку можно что-то еще делать. Так, ну все, в следующей серии мы тогда вернемся, продолжим. Да, плот. Плот 3 тогда ставим. Ну все, а на этом, значит, завершаем. Это был Батя. Давайте в следующих сериях увидимся. Пока, Кверит. Досмотрел до конца? Поздравляю. Понравилось? Тогда не забудь лайк поставить, подписаться, чекнуть все ссылки в описании и присоединиться ко мне во всех платформах, во всех соцсетях. Также ты там сможешь прочитать бесплатные фрагменты моей книги или приобрести ее. А если совсем понравилось, Кверит, то тогда можешь поддержать меня на Boosty или Donation Alerts. Встретимся в следующих видео. Это был Батя. Пока, Кверит.